В Лондоне многотысячный студенческий митинг против повышения платы за образование закончился столкновением с полицией. Потасовку начали несколько десятков радикально настроенных демонстрантов. Вооружившись палками, они попытались прорваться через ограждение. Стражи порядка полетели транспаранты и баллончики с краской. Чтобы остановить толпу, полиции пришлось вызывать подкрепление. Несколько человек арестованы. Во время демонстрации студенты также выражали недовольство планами правительства отменить гранты на образование для малоимущих, заменив их кредитами, которые выпускникам вузов придется возвращать.